Все, это наша задача. Едем на лавке, которая управляет фоном. Собственно, все идем плотно. Как там, я уж не помню. Линии, да? Когда это. Вперед. А красные могут выходить за зону? Да. Да, могут, по-моему. Okay. Мне кажется, что именно вот тут нас могут встретить. Да, мы тоже нас там нас встретят. Так, сейчас. А этот есть у нас как он? Блин, забыл. Что? Там. Мы в технику сразу можем сесть или нет? Представим? Да, представим. А Паша, крикни, как стартовать будешь, чтобы я на сервак зашел. И в редакторе. Тогда это что-то выните. А кто мой слотик занял, там говорят? Не знаю. Бам. Только ты можешь сказать. Да, Бурн, ты потом поисправил, что ты... Ещё. Так, сейчас сик. Так, что там? Что еще? В принципе, можем наверх идти. А? Зашел на пилота. Кто зашел? Никто, куда? Написано бот. Так, сейчас всех. Все все поняли. Так, я подумал, ты тогда налю пока. Так, я пока тут еще кое-что удаляю. Ты там придешь в порт? Да, я приду. А мне написано, как Ворон, ты видишь, как ты нас заставляешь? Ага. Точно? Ага, задача браво какая. Смотри, там только по скиллу все сделай, да, чтобы ты там с по-тихому доставил и высадил прямо на это, на причале. Да я не на серваке, как бы. И в редакторе. А я спрашиваю, видишь? Говорит, вижу. Да суслика видишь? Нет, а он есть. Какая задача для Браво, ребят? Выжить. У нас тут ни командира, никого нет. А сколько времени? У кого нету командира, да. У Браво нету командира. А вы на как у КВСАС, я же сказал. А, окей. Сколько времени дают на миссию? И судя по всему, двигаются к серверу Браво.
Сасом объединяемся и идем тогда на точку. Да. А что там внутри-то будет в захвате-то? Так, ящик? Отстрел, это не входите в канал. Когда будете подходить к высоте, аккуратно, там может быть противник. Там сидеть любит. Да, не готово? Да, не готово. А мы готовы? Да, да, а да. Мы готовы? Да. А еще зайду на сервак. Неожиданно. Может к ним перейти и сказать, что как? Да я уже в чат прописался. Если они не прочитали, ну... Сейчас значит, плохая школа была. А чё они не готовы? Чё у них там? Да всё готово. А. Это там спит. Так, цели наши все знают? Не, расскажи. Что делать? Смотри, короче, нам надо взорвать машинку с сервером и сами два сервака. Машинка может заспавниться либо на каменоломне, либо на это... на ментовке. Угу. Такая серый хаммер. Дидос-атака по-американски. Сервер на ментовке спавнится рандомно в это, в любом месте. Угу. Ну, в любом издании. На каменоломне только в одном месте я туда метку дал. Не высокий, не высокое, которое серое здание, а маленькое, кирпичное. Угу. А почему заметок нет? Короче, нам надо их уничтожить, либо этих красных перебить. Сейчас я этим зайду, объясню тоже, в чем дело. А уничтожить как, взрывчатка или можно так? Да, взрывчатка с БТР, как угодно, главное, чтобы взорвать. Вообще подойду с это не запускайте. Так, а теперь расскажите лавки, пожалуйста, что там это уничтожить-то надо. Сейчас и место спавна обозначу. Вам надо хаммер уничтожить так. Серый и технику противника. А если они увезут за красные точки, или это делать нельзя? Они не входят. Могут, они могут ездить. Так они могут, не могут. Так они хаммер могут спрятать. Но это спрятать, говорю, где? Они могут и зеленки спрятать, или только на красных территориях? Ну, да долго теплака. Это еще теплак неизвестно, если у нас тепло. Теплак вертухи. Здесь зеленый. Там юач, извини меня. Какой теплак? Не знаю. Какой там ты крон, вертух, крон, сказал? Ветви. Это там, вьетнамский юач? Нет, нет, там я вьетнамский. Да разница, он все равно транспортный. Там нет стелка. Нормально у кого-то. Там ракеты репит. Есть и пулеметы. Ну, гидры и пулеметы стелки, бортовые стелки. Там не да, должно быть теплака. Да, точно. Ну, нет, не там знаю, где-то есть теплак. Где-то в чем-то есть теплак, скажем. А у наводчика нету разве? У вертолета точно нет. Там нет наводчика. Есть лодка. На этом есть наводчик. Ой, наблюдатель, точнее. Пилот может переключаться в прицел во время полета. Ну, да, не, не забывай, что плак. Летать тебе тоже нужно. Так, да. А мы готовы? Сейчас да. Ворон придет. Мы готовы. Нас так он сгрузился. Сказал, да. Значит, он знает свою задачу, как он нас заставит. Maybe. Ну вот я тоже. Ля-ля-ля. Восемь бит, походу, тоже в бан летит. Не, рация заработала. Давай медицину, может, возьмем, а? Ну ты поездил на так хорошо было. Повезло, а? Кто поездил в смотри? Так, пацаны, вы на КВ? Да, будем в лавке, еще не рассаживаемся. А где? Кому-нибудь бинокль нужен? Кому-нибудь бинокль нужен, ребята? Отдам бинокль. Отдам бинокль в хорошие руки. Что там? Отдам бинокль в хорошие руки. Не, забери, ты пехота, тебе нужнее. Не отдаю. Давайте сюда. Кому бинокль. Продам бинокль. Продам ПНВ, дорого. Это мое было в ящике. В воде аккуратно. Паш, там уже 5 ПНВ у тебя. Я говорю, продам ПНВ, дорого. Бинокль я уже продал. Так,
Паш, а сосовцы не здесь или что? Нет, они на авиан. Отлично, почему же с ними на одном КВ? Не знаю. Группа ветер, построение Noice, возле лавки. Да. Репит, слышишь? Что дело такое? 10 взрывчаток лежит в моей лапке. Вы взяли чё? Что-нибудь? Возьмем по дороге. Нет. А второй отряд вы кто-нибудь взял бы тоже? Меня? Да нет, нет, нет. А гранат нет, что ли? Фристайм, что ли? А вы какие, там мы случайно не... Да нет фристайма. Сбоку надо заходить, сбоку. Сзади, 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 сзади. Застрелы, кто не нашел что-то построение? Так, пас. Хорошо, остальные садимся. В лапу, остальные садимся. Ой, как боязно. Товарищ отстрелы с каштан, садимся в лавочку. Есть кто? Да, были. Репит, посадка закончилась, надвигаться. Командир, вы техники, выгнать наружу, нажми. А, отстрел погрузился полностью. Там дым есть, звучат. Все, машина пошла. Там сасовцы еще снаружи. Почему сасовцы? То не сасовцы, то не сасовцы, то другой отряд. Другой отряд, да? Ну ладно. Это мой отряд, да. Но я там не командир, я снайпер, там у нас нет командира, мне будет. Ну понятно, а ты бросил всех. Я, короче, не знаю, кто у меня командир, у меня нет командира, я еду снайпер. О, командир отвечает за своих бойцов, так что я ничего не так, знаю. Вы уверены, что я еду туда? Господи. Да. Не, просто прикол, что там движение на юг, движение на юг, потом на запад. Товарищ командир, вы наводить сегодня будете технику? Кто бы указал точку спавна? А, репит, я не с тобой разговариваю. Командир машины. Нет, все, едем дальше. Мы уже поняли, где. Фу, это было близко. Где мы? Командир машины, еще раз говорю, на связь выйдет. Творог, творог, я творог зову. Или творог не командир. Творог стыл. Принято, ну клир, наводи куда ехать, блин. Прямо едет. Точку спавна никто не указал. Стрел, какой у вас канал рации? 105. Сдвиг плюс 5. По главному все. Я тебе проверил, тепловик-то есть? Нет. Ни у кого нет. Тепловик стрелять может? Группа отстрел, каждый возьмите по... В смысле, очень часто машине. Будем сидеть, выглянуть наружу, чтобы все было видно. Что это? Ну, Клир, понимаешь, о чем я? Да. Вообще, то есть, ну, как я обычно делаю, то есть, всегда наружу, чтобы это видеть лучше все, что вокруг. У меня свет через потолок пробивает. Плюс один. Трава машина. Нет, я думаю, это... Да. Подожди, ты где там живешь на улице? Никакой ганг-отряд не выйдет на нас, да? Может. Мы далеко. Отстрелов все взяли, да? Взрывчатку. ПЗ взял одну. Что там взял? Пулемет не взял. И так. Хорошо, пулемету можно не брать. Это ежу понятно. А, репит, я, кстати, твой старший стрелок кинул. А, ты про Пикачу? Нет, я про Штольца. И, кстати, Пикачу тоже где-то потерялся. Он все, походу, отдыхает, походу. А Штольц, он что сказал? Он за красных, в смысле, он зашел. Да ничего страшного. Я буду увольнять. У нас мест нет. Ну все, Пикачу, короче, больше не в отряде. Нет, ну почему? Чё он все, так? Сколько его уже не было. Ни на тренировке не отписался, ничего нету, не знаем мы в нем. Причины граждане... разные, что будет, как будет, узнаем, так он пишет. Не, ну со слота его, если что, я сниму. Не надо ему сидеть за этим. А, он вроде обычный стрелок, кстати. А он стрелок, да. Барьер, а тебе где там зашли трасс? С какой стороны? Ну, Клир, ты следишь, я правильно еду? Да, со стороны дороги. Да, правильно. А, то есть квадратная наоборот, грудь. Да, следующий поворот направо. Кого там квадратная грудь? Да, я смотрю только на своего. Да, он право. Тебе не говорит. Ну, потому что мы в километре еще, конечно. Мне интересно, куда на прошлой миссии снайпер делся. Каштан вроде. Был пацан, нет пацана.
Вон на меня так он отстрелялся, да. Потом там это, врагов много было. Направо. Не, это на, это на прошлой была, миссии? Мог там все отделение накрыть сразу. На прошлой миссии, которая не видел, смокар не видел, он не связывался. Вы про какого снайпера? На прошлой миссии, который с КСА сидел? Нет, наоборот, не клюет. Стоп, направо. Другого? А, ладно, он все, закончили обсуждение. Может, он сделал как в DayZ? Релок? Быстро сбежал, пушку, чтобы не потерять, ага. Да-да-да. Я вот не знаю таких фишек. Лут не потерял. Да. Разве там персонаж сразу... А, в некоторых серверах там еще бот бегает, помню, за тебя даже. Да. Тысячу лет не играл. Следующий поворот направо. Когда там сожгут уже? А, меточки рисуем где мы, да? Я думаю, стоит поставить. Да, если сгорим, по крайней мере, последнее место. З, выкинь, наверное, одну дымовуху. Костер возьми там. Лучше один рожок. Я ничего не трогал. Расстрелять его. Или метки ты повыкидывай. Метр, скажи, чтоб выставка готовился. Да, то у меня... Метка ветер, это ваша выставка, потому что у меня приказа не было вас там осаживать. Группка ветер, да, оттуда. Нас не на север. Останавливаться. Лучше пешком дойдем. Останавливаться. Так, высадка. А, да, отстрел высаживаемся. Ветер, быстрее. Неправильно высаживаетесь. Так, все, все, ветер. Дальше. Я помню это место. Ребята, мы случайно не чадли, да? Мы случайно не чадли, нет? И? Мы типа... Мы типа не Чарли, мы типа Чарли. И что? Я типа Браво. Да, видите, как бы это Браво, ну ладно. Ветер это В вообще. Ветер у нас не по букве. А, спроси, репит. Чё они-то, по кому? Ну, что-нибудь сгорели. Полный прием. Лечь. Ходы, не зла. Всем лечь, всем лечь. А трубы есть у нас? Все мышцы на север. Оба есть. На север идем? А, ползучим, а ползучим, пусты на север. Много взрывов. Очень много взрывов. Пушку заметили, сделаем сдвиг. Что-то едет. РПГ приготовился. Звик делаем? Проверка. Да, делаем звик. Репит, мы живы, у нас все в порядке, это случайность. Отбой, отбой. Отбой, ребят, звик обратно, звик обратно. Звик обратно. Звик обратно. Звик обратно. Балки, вы хотя бы в эфир сразу выходите. Проверка. А что там было-то? Что произошло? Это бус. Не по нам, не по нам. Сейчас. Контируем чип, пойдемте. А у нас красные враги это кто? Русские. Так, уходим на север. Метр 100. А там потом на восток. А, ну, вот это уже. Там истерика у кого-то. Похоже, бэха по кому-то гасит. Всё, сгорел, сгорел, тварь! На восток группа, на восток. Вали, вали, вали! Принято. Пши.
Там подебелка сидела. У кого не лагает? Нет. Подлагивает. А у тебя лагает? А, поддергивается. Это возможно от записи. А, ты пишешь. А, так. Репит. Пацаны, это жесть была. Я как ПГшник могу выкинуть сначала? Да. Как от ПГшник могу выкинуть сначала? Да. Ну ладно, бог не попадается. Так, внимание. Внимание, все, кто с оптикой, сейчас осматриваем восточные холмы. Остальные пока позади держат. Все пошли смотреть. Все стопки. Алло, как там у вас это? Дайте метку актуальную. Это неприлично. А, кто-то из моей группы помер. Дали актуалочку. На северо-востоке что-то, да, какое-то здание, что ли. Не-не-не, там елочкой похоже что-то или кто-то лежит под ней. Хотя не уверен. А, так, есть колбинов? Есть. Давайте криптиту. Есть колбинокль тут? Есть колбинокль? Ну ты вообще даешь, у тебя оптика. У меня плохое приближение, не, я просто не пойму, что там лежит. Бинокль приближение больше. Ты же продал кому-то вроде. Ну да. Понятно. Не, я рассчитывал, что я буду просто стрелять, а не наблюдать еще за чем-то. Ну а так зато оптики побольше будет. Штант, у нас обычный стрелок. Обычный. Но с РЦО. С РПГ? РЦО. Понятно, давай сюда дуй. Ко мне. А Лавка, вам дали метку на бардак. Алло, Лавка. Алло. Так точно. Репит, не наблюдает ничего. Чисто.
туда каштана отправил, сейчас те места просматриваем. А лодка есть кто на связи? Да, лодка на связи, едем по вашему. Минку, дай точно, едем, едем. А, направление обзора 40 от репита и вокруг. Там каштан пошел, там березка, за ней камушек маленький, да, отправить. Слева от группы, то справа от группы, немножко тоже забирайте право, лево, два. Чирик, чирик. Нет, какие-то странные выше птицы. Подвесь, каштан, за этот камень прям выше к елочкам, там ничего нету. Что, нам не пора догонять? Ну, дальше. Да нет. Штан на связь. Вроде чисто. Окей, давайте основная группа туда проходим. Вышли, вышли, вышли. Каштан, нормально у тебя все? Подавись, пехота, да. А, так, давайте группу туда за каштаном. Пошли. Не, отдыхаем. Так, а сам дальше не ходи. Все в разные стороны смотрят. Ложись, ложись. За камни лёжь, отдыхай. Бабочки нету. В каком направлении вы ушли? Кто говорит? А, 3G. А, метку видишь? На высоту северо-восток. Метка репит? Да, актуально. Принял. Короче, отдышка. Хорошо, ждем 3G, и думаем, что это будет. 3G, а ты же снайпер? Да, я снайпер. Ну мы тогда особо тебя ждать не будем, потому что в принципе не туда. Ну да, 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 вы просто как бы направление нормально догоним. Окей, остальное.
Основное направление 120. Половина части снова двигаемся. Каштан далеко оттянулся от нас, все группы идут. Внимание, обратно в пустом. Рассадываемся вдоль всей вот этой гряды, на север и на юг. Осматриваем эту верхнюю сторону. Ставься. Так точно. Группа «Ветер» делает сдвиг. Всем сделать сдвиг группы, что на этой частоте. ПЗ на канале. На канале. Дальше проход. Да, проходим дальше, как клон уже лежит. Старайтесь смотреть в сторону базы и рассосредоточены не очень близко друг к другу. Наблюдаю ЗУшку наверху. Давайте попучнее в сторону основного центра базы. База на 120? База, да, район 120 градусов.
Сейчас до елки до паузы мне надо отдохнуть будет. Хорошо, всем стоп. Я вижу отсюда базу, кстати. Да, там на базе чувак какой-то сидит наверху, там вообще какой-то ботов. А крыша на ЗУшке. А там Саста живой? Так, Паш, пока до дальше отдыхать, остальное поближе подтягиваемся. Будет нам тылы прикрывать. Все разнесли, короче, еще могли, еще пехоту накрыли, все. А милиция, это которая южная точка? Так точно. Ну, походу здесь, да, здесь пока не густо, тишина и тот. Все, ну бардак, БМПХ, все, техника уничтожена. Милиция, это северная точка. Милиция это северная точка. А, репит, прием на здании большом, враг. Знаю, не стреляю. А, значит, мы находимся, группа Ветер, под командой репит, метку актуальную поставил в нашей позиции. Спалить нас. Пластида у нас достаточно, у меня две штуки. А, у меня тоже есть репит. Но пластид есть, продвигаемся. Реджи тоже есть, рычатка. Сидит наверху, спалить может. Это бот, походу. Мне кажется, а, бот. Ты далеко? Вижу противник. Нет, я ползу по на лесу. На 70 за дорогой, возле елки принял. На 70 за дорогой. Каштан. Так, скооперируйся с кем-то там, вместе с Питером и... Как он себя ведет? Как бот? Нет. Где он каштан? Я разрешаю. А, стоп. Палите его, введите его. А, каштан все. Походу скрыл за ним. Скорее всего, он меня тоже задавил. Алё, на связи есть кто? Да. Есть. Так, у нас с это с вертушки мы сожгли пехоту, ну там мы и хаммеры сожгли. Ребята, это не бот. Терминал. И у нас, короче, боезапаса на вертолете нету. Что нам делать? Сажайте где-нибудь. Так, понял. Засесть. Каштан, что у вас там с этим? Так, он заел. Речь у вас рядом нет? Погода работает. Я... нет, я ползаю вообще в лесу где-то.
Понятно, отрабатывай. Старайся одиночно бить, остальные тогда надо как-то вам рассыпную рассыпать. Принял. А, наблюдаю врага. Слышу стрельбу. Свои. Свои бьют, туда отстрелялся и уходить в сторону куда-нибудь. Репит, это ты сейчас понимаешь? Принял, одна минута, сейчас выйду на позицию. Стреляли сейчас свои. Короче, мы садимся на милицию у сасовцев. Садимся у сасовцев. Это кто так сейчас строчит? Да это я, он спалил кого-то из наших. Он все там же, его не убили. Это очереди бил ПЗ на домике многоэтажном с желтым трубой, по балкону бегал туда-сюда. Я уже не мог терпеть. Он в вашу сторону смотрел. Хорошо, подходим к большим камням. Он вроде упал, но не знаю, живой, не живой. Живой, живой. Со спины, калаш. Да, со спины. Иду встречать. Вот он, по штане без питера. Противник внизу, репит. На 140. Внизу там его. Меня гранаты забрасывают. А, это значит по мне. Рядом. Репит, это важно. Отработал противник. Перевязываюсь с раненым. Сменил пальцы. Еще ГБшки. Пришли или нет? У нас сзади могут зайти. Репит отбивай. Нет, я живой, тут трубка. С противоположного склона вижу. Наблюдаю на втором этаже руку. Могу поразить. Сейчас попробую на позицию. Репит, поражать? Да, работать уже можно. Ах. Отец, милицию. Джордан минус сделал. Пашу убили. Да. Джордан. Гаю забил на ними. А что там? Джордан еще живой. Ну, Джордан убил, вот говорю. Пашу, лавки, что ли это? Ну да. Зашелись еще туман. Тут же всегда у него теплока не было. Ну вот, Ворону спасибо скажите, а то он такую версию сделал, клёво. Да ну нафиг вообще. Потому что, блин, мы там сидим, и он видит нас.
Вообще тепла это слишком питерско. Дом взорвали, блядь. Мне главное ничего. Я погиб, дому ничего. Съебись. На Джордана, Джордан, сейчас тыл обходит. Вот, буквально в пару метров. Да он топчется сильно, да, чушь. Давай, Джордан, давай! Не, он слева. Убежал, влево. Белый наркоман. Сам с собой разговаривает. Нет. Не надо так с ним. Мы не понимаем, что ты говоришь, понимаешь? Ты не понимаешь. А что там Рэм недовольный про богаиз говорил? Мы его в доме взорвали. Он в доме сидел, он взорвался. Пакет сзади взорвали, дом не вылетелся, и стал отличная ситуация. Ну, это не подаюсь, но просто так армастер. В смысле, что взорвали дом, и дом не взорвался, но он умер, да? Да. А. Не, обидно, что лавка с теплаком. Чего там прятался вообще? Ну, наверное, с теплаком, я не утверждаю. Либо это вот. Хейзеха. Ну, мало ли. У ворона, да, у ворона на UH есть плак. Его мог наводить лавку спокойно. Ворон как раз и навел. Ну вот. Потому что ворон сначала на бордемал. Да. От БМП выбил, навел. Лавка подъехала, тут же выбила. Ну. Потом то же самое произошло с бардаком. Не надо сразу. Не, бардак не ходит. Я такой конкретно. Он садится хочет точно. Эх, не влезет, наверное. Влез. А с кем вы там лежали, как приглядывались почти? Или 10 лет? Где? Ну вот, где вот каменоломня, через дорогу встретились. Трич? Да, да. Ворон жил вообще. Ворон выжил? Какого хрена? Почему когда я влазю из рутана, не могу ничего не стрелять, не прицелиться, не могу. Я погиб. Ворон, блин, как будто теряется. Уже сдох уже. Кто меня убил, не знаете? А ты из вертолета вышел? Я на вертолете высадился. Я Джордан вроде бы убил. Да, Джордан убивает вас там. Герой. Там не такие стволы, герои, мы... мы высадились, потом там где ментовка, и подобрали стволы. Прилетели сюда. Что-то знает. Какая следующая миссия? В Аризар. Мисса влезет. Какая миссия? Лай, Лизар. Это завод с нефтеперерабатывающий завод на Такистане. Парашюты, все дела. Подогорск какая-то мрачная карта, дождливая. Мне нравится вот такая. Нормальная карта. Ой-ой-ой, лавка приехала к Джордану. А Джордана нету ничего, да? Она прям на него едет. У него нет ничего. Да. Джордан. Смотри, а что, не видит его? Хэштег сейф Джордан. Хэштег Джордж.
Хэштег Джордан не видит. Да, наши БМП уже взорвали. Лучше водить. Я пошел. Не, на самом деле он молодец, он не спалился. Он уже однажды отсидел, потому что тачка крал, ну больше такой не может. А сколько осталось до конца? А, 3 минуты. Да. Ура, мы победили. Наши БМП взорвали, я был рядом. Еди с лавками и Фолман кричит. Смотрите, Форс пропустил пехотинец. И Фолман кричит, и мы все умрем. Да у нас четверо остались. Кому мы надо? Ворон я хотя бы двоих прихлопну. Ну, один только что-то там. Я... Все, минирует уже. А кто минирует? Мы Хаммер с вертолета уничтожили. Как ох. Аудитория увидел его через два куста. Какие два куста, сука? Там у меня кусты не просвечивают. Сука! Смотрите, я тоже на минималках. Да. Что лицо бугаюзер? Там, короче, это текстур. Потом подаю. Он текстур. Но он этим пользуется. Не, он не знал. Текстурщик. Все. Он типа пытается выбраться. А кто? Кто минирует? Да, отбил он меня, сука. Кто меня убил? Кто? На западе? Сука, вот сказал же, сидит в будке этой сраной. Ну гранату кинули бы туда. Надо быстро реагировать. Вообще не повезет. О, сейчас Штольц убил. Его видят? Джордан вообще с мостом сваливает. Ага, убили стильку. Текстурщик еще бан ему, бан. Его не видно. А если он туда случайно попал? Все, он вылез. Да без разницы. Он вылезти не может. Он вылез, он вылез. А, нет, не случайно. Нет, не может вылезти. Он а все, не успеет, не успеет. Ну, взрывайте. Проваливается он. Не-не, так если пусть так не взрывает. Все, вылез, вылез. Все, минирует, минирует. Во-во-во-во-во-во. Шокер, наверное. 100%. Ну. До конца. Ты пытался, что ли? Все, мы выиграли.